Здравствуйте, товарищи. Я Ретик Владислав. От лица Ленинского комсомола в данный момент подаю обращение в прокуратуру города Барнаула. Мы хотим разобраться с ситуацией, касающейся здания речного вокзала. А именно, администрация города Барнаула изменила назначение земельного участка, в который входит, собственно, речной вокзал. В 2015 году суд это решение отменил. Но в 2019 году все повторилось. Собственно, вместо здания речного вокзала глава строительной компании «Селф Шоне» планирует построить две жилые многоэтажки. Мы, жители города Барнаула и комсомольцы, выступаем за сохранение исторического облика нашего города и за сохранение зданий советского модернизма, коим является здание речного вокзала. Мы и более чем 1200 подписавшихся под нашей петицией надеемся, что прокуратура города разберется с этой ситуацией.